Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Ермина. Сегодня мы будем с вами вязать крючком. Нашла на просторах интернета очень интересный узор. Он мне так понравился, что я хочу вам предложить его сейчас связать. Вот такую красоту мы сейчас с вами свяжем. Узор вяжется не очень сложно. Будем вязать по схеме. И я вам покажу, как вяжется узор с 1 по 9 ряд включительно. Пряжу для вязания вы можете выбрать любую, смотря что будете вязать, какой вариант модели. Я вам оставлю ссылки на пряжу в описании под видео и в первом комментарии. Проходите по активным ссылкам, смотрите цены. Доставка есть бесплатная, цены недорогие. И также ссылки на мои любимые крючки. Я буду вязать вот по этой схеме. Схему оставлю в конце видео. Также все схемы вы можете найти на моем втором канале. Ссылку на канал оставлю в описании под этим видео. Подписывайтесь и также ссылку на статью, где вы можете также посмотреть все схемы вязания. Раппорт узора 8 рядов. Мы будем вязать с вами 2 раппорта прямыми и обратными рядами. Также этот узор прекрасно вяжется по кругу и будет смотреться гораздо интереснее. Раппорт узора 20 петель. Набираем для 2 раппортов 40 петель. Мои любимые крючки — это кловер и тулип. Ссылки оставила, смотрите. Вязать буду из пряжи летняя серия. Это 100% мерсеризованный хлопок, фило дискозия. Метраж 220 метров в 50 граммах. Крючком тулип. Размер крючка 1,75. Набрала цепочку 40 петель плюс 1-2 петли всегда набираю дополнительно. Вяжем первый ряд. 2 воздушные петли. 1, 2. Отступаю от конца цепочки 2 петли. В основании 3 вяжем первый столбик без накида. Далее в каждую петлю цепочки провязываем еще 3 столбика без накида. Значит, первый, второй связали, третий и четвертый. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Делаю сразу 3 накида на крючок. Пропускаю 5 петель цепочки. 1, 2, 3, 4, 5. В основании 6 петли провязываем 3 полустолбика с 3 накидами. Либо 3 столбика с 3 накидами с общей вершины и с общим основанием. Так, 3 накида на крючок. И в эту же 6 петлю вяжем 2 полустолбик с 3 накидами. 3 накида. В эту же петлю 3 полустолбик с 3 накидами. Так, на крючке 4 петли соединяем вместе. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Опять делаем 3 накида на крючок. В эту же петлю вяжем еще 3 полустолбика с 3 накидами. Соединяем 4 петли вместе. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 3 накида на крючок. И опять в эту же петлю вяжем еще раз. Это получается 3-й раз. Провязываем 3 полустолбика с 1 накидом. Этот элемент я назову цветочек. Его мы будем вязать с вами в первом ряду 2 раза. Потому что у нас 2 раппорта. Так, все, 4 петли соединяем. Значит, вот какая красота у нас с вами получилась. Цветочек один связали. Далее вяжем цепочку. Длина цепочки 4 воздушные петли. Пропускаю 5 петель.
раз, два, три, четыре, пять. В шестую петлю вяжем первый столбик без накида. Далее мы в каждую петлю цепочки провязываем еще 8 столбиков без накида. Общее количество столбиков 9. Так, первый связали, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, и 9. Все, девочки, связали мы с вами один раппорт. Давайте разберем, из чего же у нас состоит раппорт. Первая петля раппорта — это петля, где мы вязали с вами вот этот элемент, цветочек. Вот она. Значит, в основу одного раппорта входит цветок и 9 столбиков без накида. Далее мы пропускаем с вами 5 петель и будем вязать второй раппорт. Значит, цепочка 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Сразу же делаю 3 накида на крючок. В шестую петлю 1, 2, 3, 4, 5, 6 вяжем второй раппорт. Значит, раппорт у нас каждый раз провязывается в 21 петлю цепочки. Значит, ширина раппорта 20 петель. Все, связали один полустолбик с тремя накидами. В эту же петлю второй полустолбик с тремя накидами. В эту же петлю третий полустолбик с тремя накидами. Соединяем 4 петли вместе. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 3 накида на крючок. В эту же петлю провязываю 3 полустолбика с 3 накидами. Связали второй лепесточек и цепочка 4 воздушные петли. Вяжем третий лепесточек. Опять же, провязываем 3 полустолбика с 3 накидами. В шестую петлю цепочки. Соединяем 4 петли вместе. Все, связали второй цветочек. Это у нас начало второго раппорта. Довязываем ряд. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Пропускаю 5 петель. У меня здесь 1, 2, 3, 4, 5. В основании 6 петли провязываю первый столбик без накида. Далее провязываем в каждую петлю цепочки еще 4 столбика. В следующую петлю второй столбик без накида, третий и четвертый. Так, у нас всего должно быть 5 столбиков. Значит, пятым столбиком заканчиваем ряд. Все, связали с вами два раппорта. Здесь у нас получается 4 столбика и 5, получается 9. И если вот соединить вот этот ряд, начало и окончание ряда, у нас с вами получается раппорт. Вот он, два раппорта.
Каким образом, если вы будете вязать по кругу, как соединяем ряд? Значит, мы соединяем при помощи соединительного столбика без накида. Вот объединяем вот это вязание. Находим первый столбик без накида. Под косичку ввожу крючок. Это значит под переднюю заднюю стенку. Один раз вам покажу, как соединяем ряд. Захватываю рабочую нить на себя. И сразу же ее переношу через петлю, которая была на крючке. Вот, связали с вами, соединили ряд. И у нас получился, мы замкнули ряд и два раппорта. Второй ряд. Одна воздушная петля подъема. Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину первого столбика провязываю под косичку. Будем вязать с вами все столбики. Первый столбик без накида. Далее вяжем в каждую вершину по одному столбику. Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Поверх цепочки провязываем два столбика без накида. Первый и второй. Вяжем пико. Высота пико 3 воздушные петли. Значит, смотрите. Прокалываю крючок под эту петлю, под следующую, захватываю рабочую нить, петлю переношу через петлю, которая была на крючке. Поверх цепочки 2 столбика без накида. Переходим к вязанию столбиков. Поверх следующей цепочки. 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. Пико. 3 воздушные петли. Два столбика без накида. Третий столбик без накида вяжем в вершину. Вместо соединения трех столбиков с тремя накидами предыдущего ряда. Четвертые и пятые столбики провязываем поверх цепочки. Пико. 3 воздушные петли. Поверх цепочки 3 столбика без накида, первый, второй, третий. Переходим к вязанию столбиков поверх следующей цепочки. 2 столбика без накида, первый, второй. Пико, 3 воздушные петли. Поверх цепочки 2 столбика без накида. Пропускаем вот этот столбик. Вершину второго провязываем. Первый столбик без накида. Далее второй. Третий. Четвертый. Пятый, шестой, седьмой, восьмой. Поверх цепочки 2 столбика без накида. Первый и второй. Пико. 3 воздушные петли. Поверх цепочки 2 столбика без накида. Это у нас будет третий и четвертый. Переходим к вязанию столбиков поверх следующей цепочки. Провязываем первый, второй, третий. Столбики без накида. Пико. 3 воздушные петли. Поверх цепочки
первый и второй столбики без накида, вершину вместо соединения столбиков третий столбик, поверх цепочки четвертый и пятый. Пико. 3 воздушные петли. Поверх цепочки 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Переходим к вязанию поверх следующей цепочки. 2 столбика без накида. Первый, второй. Пико. 3 воздушные петли. Поверх этой же цепочки еще 2 столбика без накида. Пропускаем вот этот первый столбик. Начинаем вязать столбики в вершину второго столбика. Без накида предыдущего ряда. Значит, первый, второй, третий. И там, где у нас было связано 2 петли подъема, вот в это место... Четвертый столбик без накида. Все, связали с вами второй ряд. Давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге. Третий ряд. Цепочка, 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Разворачиваю вязание. Здесь мы будем с вами вязать столбики с двумя накидами в третьем ряду. Пропускаю. Значит, первый столбик, второй, вершину третьего, под косичку буду вязать все столбики, один столбик с двумя накидами. Цепочка между столбиками, 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 накида на крючок. Значит, здесь мы, вот первое пико, здесь 2 столбика между вторым и третьим. Вот в это место я прокалываю крючок, вот так вот, под косичку, один столбик с двумя накидами. Цепочка 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 накида на крючок. Здесь находим третий столбик без накида, вот он, посередине. Опять же, под косичку вяжем столбик с двумя накидами. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 накида на крючок. Здесь опять же находим между вторым и третьим вот это место, вот сюда. Прокалываю крючок и провязываю столбик с двумя накидами. Цепочка 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 накида на крючок. Пропускаю первый столбик без накида, вершину второго. Провязываю один столбик с двумя накидами. 2 накида на крючок. Пропускаю 3 столбика. 1, 2, 3. Вершину четвертого. Так, вот здесь вот первый столбик и второй вот здесь вот сюда вот мы провяжем. Так будет правильнее. Столбик с двумя накидами. Давайте посмотрим, как мы связали с вами первый раппорт. Продолжаем вязать второй раппорт. Цепочка 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 накида на крючок. Опять же, вот в это место, там, где у нас элемент, первый лепесточек, провязываем один столбик с двумя накидами. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 накида на крючок. Здесь также находим центр и вершину столбика
Под косичку ввожу крючок. Столбик с двумя накидами. Цепочка 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 накида на крючок. Опять находим вершину вот в это место над лепесточком. Провязываем столбик с двумя накидами. Цепочка 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 накида на крючок. Значит, крайний столбик вот у нас вот здесь, первый крайний слева. От него мы отступаем. Так, первый, второй. И вершину третьего столбика провязываем столбик с двумя накидами. Заканчиваем ряд, провязываем в крайний столбик слева столбик с двумя накидами. Все, связали с вами. Третий ряд, два раппорта. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вяжем четвертый ряд. Одна воздушная петля подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. Здесь я вместо соединения столбиков провяжу один столбик без накида, вот так вот, для того, чтобы край не стягивало. Поверх цепочки вяжем, вот сколько петель, было 6 петель цепочки, значит 6 столбиков без накида провязываем. Значит, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вершину столбика с двумя накидами под косичку провязываю один столбик без накида. Здесь мы опять провязываем поверх цепочки из 6 воздушных петель 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А по вершину каждого столбика мы вяжем по одному столбику без накида. Вот вяжем до конца ряда. Значит, смотрите, поверх цепочки 6 столбиков без накида, вершину столбика 1 столбик без накида. А там, где у нас соединяются столбики, мы вот между столбиками провязываем один столбик без накида. Вот так вот. И далее продолжаем вязать. Заканчиваем вязать ряд, провязываю между четырьмя петлями подъема и столбиком один столбик без накида. Все, закончили вязать. Это у нас по счету четвертый ряд. Давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Проверяйте. Вяжем с вами пятый ряд. Будем вязать цветочки, как в первом ряду, но только располагать их в шахматном порядке. 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Сразу же делаем 3 накида на крючок, разворачиваю вязание на другую сторону. И в вершину вот этого столбика первого провязываем столбик с 3 накидами. Цепочка 4 петли. 1, 2, 3, 4. 3 накида на крючок. В этот же первый столбик под косичку провязываем 3 полустолбика с 3 накидами. Все. Далее продолжаем вязать. Цепочка 4 воздушные петли. И здесь мы с вами отступаем. Находим вот этот столбик с 2 накидами. Значит, вот здесь будет первый столбик. Пропускаем первый, второй, третий, вершину четвертого. Вяжем столбик без накида. Далее вершину каждого столбика мы провязываем
по одному столбику без накида. Продолжаю счет, должно быть 9. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Сразу же делаем 3 накида на крючок и переходим к вязанию красивого цветочка. Вот находим мы между столбиками центральный столбик без накида. Под косичку будем вязать всегда вот эти столбики. Провязываем 3 полустолбика с 3 накидами. Первый лепесток связан, 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, 3 накида на крючок и провязываем в эту же петлю второй лепесток из 3 полустолбиков с 3 накидами. Соединяем 4 петли вместе. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 3 накида на крючок. Вяжем третий лепесток из 3 столбиков с 3 накидами. Четыре воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Находим столбик с 2 накидами. Над его вершиной вот от этого столбика считаем 1, 2, 3. В четвертую петлю, вершину столбика, вяжем первый столбик без накида. Далее провязываем в каждую вершину столбика по 1 столбику. Общее количество 8. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 3 накида на крючок. И сейчас мы будем половину цветочка вязать вот в эту петельку. То есть здесь у нас было связано 1 воздушная петля подъема. Ввожу крючок, провязываю 3 полустолбика с 3 накидами. Соединяем 4 петли вместе. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Заканчиваем вязать ряд. Провязываем в это же место второй лепесток из 3 полустолбиков с 3 накидами.
Все, соединяем все петли вместе. Связали с вами 5 рядов. Давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Шестой ряд. Одна воздушная петля подъема. Разворачиваю сзади на другую сторону. И все-таки вот вершину вместо соединения столбиков я провяжу столбик без накида. На схеме его нет. Поверх цепочки вяжем 2 столбика без накида. Пико. 3 воздушные петли. Поверх цепочки 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. Переходим к вязанию столбиков сверху следующей цепочки. 2 столбика без накида. Цепочка, 3 воздушные петли и вяжем пико. Два столбика без накида. И здесь мы пропускаем первый столбик. Вершину каждого провязываем по одному столбику без накида. Всего 8. Первый. Связали. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Я вяжу все столбики всегда под косичку. Переходим к вязанию поверх цветочка. Значит, 2 столбика без накида, пико, 3 воздушные петли, цепочка. Поверх цепочки вяжем 3 и 4 столбики без накида. Переходим к вязанию столбиков поверх следующей цепочки. Провязываем 3 столбика без накида, пико. Еще 2 столбика без накида, это будет 4, 5. В середину вместо соединения столбиков столбик без накида. И поверх цепочки вяжем еще 2 столбика без накида. Пико. Высота пико 3 воздушные петли. Поверх цепочки 3 столбика без накида. Вяжем столбики поверх следующей цепочки. Провязываем 2, пико, цепочка 3 воздушные петли и еще 2 столбика без накида, 3 и 4. Пропускаем первый столбик без накида, вот этот, вершину второго, вяжем первый столбик без накида и еще 8. Я продолжаю счет, первый, второй связала. Далее третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Поверх цепочки 2 столбика без накида, пико. Длина пико, высота 3 воздушные петли. И поверх этой же цепочки вяжем еще 2 столбика без накида. Обвязываем следующую цепочку. Провязываем сверху 3 столбика без накида, пико, 3 воздушные петли. Сверху вяжем цепочки 2 столбика без накида, а третий столбик мы с вами свяжем между вот этими столбиками для того, чтобы выровнять ряд по высоте и ширине. Так, девочки, проверяем результат, что у нас тут получилось. Вот так смотрится узор в шестом ряду. Продолжаем вязать. Седьмой ряд. Цепочка, 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. В седьмом ряду мы будем с вами вязать столбики из двух накидов, и между столбиками будет цепочка 6 воздушных петель. 2 накида на крючок, находим вот этот лепесток и над его вершиной прокалываю крючок, провязываю столбик с двумя накидами. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 накида на крючок. Здесь мы тоже располагаем столбики по центру. Мы находим над столбиком центральные. И от них, от этого центрального столбика, отступаем по одному столбику влево без накида и вправо. То есть у нас здесь должно быть между столбиками 3 столбика. Вот первый, второй, третий, они остаются. И получается, вот в эту петлю провязываю один столбик с двумя накидами. Далее отсчитываю 1, 2, 3 столбика и в эту петлю, чтобы у нас с вами красиво располагался узор, мы его центрируем. То есть вяжем столбики строго по центру. Вот так вот, видите? То есть у нас над столбиком идет столбик без накида, и здесь 3 петли пропущено. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, находим над лепесточком столбик под косичку, провязываю столбик с двумя накидами. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Над следующим вторым лепесточком находим столбик без накида и вяжем столбик с двумя накидами. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Находим третий лепесточек и вершину вот этого столбика. Я вот сюда введу крючок под косичку. Провязываем столбик с двумя накидами. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 накида на крючок и здесь также. Значит, определяем центральный столбик без накида. Вот он. И от него слева и справа пропускаем столбики, чтобы было в центре 3 пропущенных. Получается, вот в эту петлю провязываю один столбик с двумя накидами. 2 накида на крючок и здесь пропускаю 3 петли. 1, 2, 3. Четвертую я, получается, провязала столбик с двумя накидами. Давайте еще раз покажу. Вот так должно быть. Здесь, получается, пропущено 2 столбика справа и слева. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вершину столбика над лепесточком провязываем один столбик с двумя накидами. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 накида на крючок. Здесь мы находим с вами крайний столбик без накида. При этом смотрим, чтобы ряд был ровненький. И по ширине, и по высоте вот в эту петлю провязываю крайний столбик с двумя накидами. Все, связали с вами 7 рядов. Давайте проверим, как у нас с вами получается. Восьмой ряд вяжем точно так же, как вязали четвертый. Он у нас состоит из столбиков без накида. Одна воздушная петля подъема. Вершину столбика провязываю под косичку один столбик без накида. Это будет первый. Далее поверх
каждой цепочке мы провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вершину столбика с двумя накидами под косичку провязываю 1 столбик без накида. И повторяем. Давайте еще раз свяжем. Потом будете вязать сами самостоятельно. 2, так, 3, 4, 5, 6 столбиков. А здесь мы вяжем между двумя столбиками с двумя накидами столбик без накида. Вот так вот. Можно между, можно прямо в петлю провязать столбик без накида. Так будет гораздо аккуратнее смотреться. И продолжаем вязать. Провязала 6 столбиков без накида. И 7 столбик вяжем в 4 петлю подъема. 1, 2, 3, 4. Связали с вами один раппорт. Раппорт узора 8 рядов, 20 петель. Давайте я вам сразу же покажу, как перейти к вязанию от одного раппорта к другому. 9 ряд вяжется точно так же, как первый. Вяжем 9 ряд по счету, либо первый ряд второго раппорта. 1 воздушная петля подъема. Разворачиваю вязание на другую сторону. И вершину первого столбика провязываю 1 столбик без накида. Далее вяжем 5 столбиков без накида. 2 связала, 3, 4 и 5. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 3 накида на крючок. Находим центральный столбик без накида. Вот он. Вяжем в его вершину 3 полустолбика с 3 накидами. Соединяем 4 петли вместе. Цепочка из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. 3 накида на крючок. В эту же петлю провязываем второй лепесточек. Опять вяжем 3 полустолбика с 3 накидами. Соединяем петли вместе. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 3 накида на крючок. И в эту же петлю вяжем третий лепесток, состоящий из 3 полустолбиков с 3 накидами. Соединяем петли вместе. Связали цветочек. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Далее нам надо связать с вами 9 столбиков без накида. И для того, чтобы у нас было ровное расположение вот этих столбиков, там, где у нас вот здесь вот
цветок, сверху связан столбик с двумя накидами, находим столбик без накида, это у нас будет центральный. Слева и справа от него отсчитываем. Значит, это у нас здесь будет пятый столбик связан, а мы считаем 1, 2, 3, 4. Вот в этот столбик провязываем вершину. Один столбик без накида. Значит, первый, далее второй, третий, четвертый. И вот пятый столбик мы провязываем вершину столбика без накида над столбиком с двумя накидами. И он у нас будет центральный столбик, пятый. Влево вяжем еще 4 столбика. Так, это будет у нас шестой, седьмой, восьмой и девятый. Все, вот таким образом мы с вами связали по центру 9 столбиков без накида. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 3 накида на крючок сразу делаем. Находим место, столбик, где у нас центр. Вот он, сверху над столбиками с двумя накидами. Вершину столбика провязываем 3 лепесточка, состоящие не из столбиков, с тремя накидами. Так, вот здесь обязательно надо контролировать, чтобы были столбики с тремя накидами. Так, первый лепесток связали. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Второй лепесток вяжем точно так же. 3 полустолбика с тремя накидами. Четыре воздушные петли и еще раз провязываем в эту петлю 3 полустолбика, чтобы получить третий лепесток. Все, связали. Давайте посмотрим, сколько у нас. 2 цветочка. Заканчиваем вязать ряд. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И мы должны с вами связать в конце ряда 4 столбика без накида. Давайте сделаем обратный отсчет. Вот 1, 2, 3, 4. Вот, значит, и начинаем. С этой петли провяжем вершину столбика под косичку. Первый столбик без накида, второй, третий и четвертый. Значит, в начале ряда мы вязали с вами 5 столбиков без накида, в конце ряда 4. Потому что когда мы объединим вот эти столбики, у нас получится 9 столбиков без накида. Так же, как здесь. То есть этот узор идеален для вязания прямыми и обратными рядами, также по кругу. Все, девочки, связали мы с вами ровно 9 рядов. Показала вам, как перейти к вязанию от одного раппорта к другому. Значит, 9 ряд – это первый ряд второго раппорта. Далее вы перематываете видео на начало вязания второго ряда и вяжете вместе со мной со 2 по 9 ряд включительно, все время повторяя 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ряды. Вот такой вот образец. Его обязательно нужно постирать и отпарить. Отпарить нужно тоже правильно, аккуратно, через тряпочку, либо через несколько сложений
марлю белую берете, я отпариваю через ХБ тряпку в несколько сложений, и петельки все у вас будут ровненькие, узор будет очень красиво смотреться. Это идеальный вариант для того, чтобы связать, например, летний топ, майку, кофточку. Можно связать даже жакет, кардиган без рукавов, может с рукавами, и палантин. Присмотритесь к этому узору. Он очень интересно смотрится. Но вяжется, конечно, я бы не сказала, что легко и просто. Здесь надо все-таки посидеть, потрудиться. Ну, в принципе, вязать несложно. Один раппорт свяжете, а второй уже сам свяжется. При помощи моего мастер-класса и схему, которую вы найдете в конце видео. Так, дорогие мои, значит, в описании под видео я вам разместила все ссылки на пряжу, на крючки. Очень удобный. Он настолько острый, что вы видели, что у меня в процессе вязания даже расслаивается мерсеризованный хлопок. Хотя его сложно расслоить, но в то же время вот он очень такой, головка крючка цепкая. Хорошо вытягивает петельки, видите, ему расслоить нить на раз-два. Потому что вот такая вот замечательная головка. Ручка удобная, круглая, небольшая. Она не прорезиненная, не мягкая, но в то же время вязать, держать крючок удобно и сверху, и если вы вяжете как, держите как ручку. Тоже это универсальный крючок, он мне очень нравится. У меня тулип и мои любимые кловер. И вот еще мне очень-очень нравится крючок вот этот кловер Амур с мягко прорезиненной ручкой. Эти мои любимые крючки, которые я всегда использую только их вязание. Видите, он настолько у меня уже потертый, ему очень-очень много лет, больше 10 лет, и вот я все им вяжу-вяжу, и ничего с ним не делается. Настолько они крепкие, настолько удобные, что, как говорится, сами вяжут, и рука не устает. Давайте рассмотрим узор со всех сторон. 9 рядов. Вот так смотрится лицевая сторона узора. Это те ряды, которые мы вязали здесь с вами нечетные. И изнаночная сторона узора, там, где связаны все четные ряды. Это не всегда бывает так. Бывает, узоры располагаются, например, ну, по-другому. Здесь ориентируемся на главные элементы. Вот здесь главный элемент цветок. И вот так вот должны выглядеть столбики по лицевой стороне. Если вы будете вязать узор по кругу, то узор будет смотреться гораздо симпатичнее и интереснее. Вот такая вот у нас с вами красота. Даже без отпаривания, без стирки смотрится все довольно-таки интересно. Я такой узор еще не встречала в вязаных изделиях. Может быть, кто-то уже вязал из вас этим узором. Напишите, что вязали. Можете прислать мне фотографию в Инстаграм. А если не вязали, то свяжите. Будет у вас уникальное изделие. Потому что вот каких-то либо топ, майки, либо кофточки я еще не видела, чтобы вязали вот таким узором. Дорогие мои рукодельницы, я с вами не прощаюсь. Жду вас завтра. Заходите на мой канал каждый день в вечернее время и смотрите мастер-классы. Вяжите вместе с нами. Благодарю, что досмотрели видео до конца. Пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Всем пока-пока. Легких вам петелек. До встречи.